Поэтому учиться подсказать – это хорошее искусство. Пробуй и смотри на реакцию человека. Да, может быть такое, определяешь, что если после моей такой подсказки человек, с радостью это воспринял, тогда нормально. Как будто бы я... Возможно. Можно это такой... не значит еще, что ты правильно подсказала, вовсе не означает. Ведь человек покладистый, может не обращать внимания на то, что ты пытаешься его поучать и как-то пытаешься там выдвинуть подбородок вперед и как бы так с высока попробовать подсказать, так утрированно. Он может не обратить на это внимания и с удовольствием воспользоваться твоей подсказкой. Но это не значит, что ты правильно сделала свою подсказку. Поэтому просто внимательно всегда прислушайся и учись. Вечно учитесь в жизни. Если что-то нужно, то лучше раз переспросите ближнего, не смутила ли его форма вашей подсказки какая-то. Хоть чуть-чуть, не смутила ли. Проявите жажду узнать правильность своих собственных действий. Никогда вы спрашиваете таким образом, когда он засмущается, говорит ли вам вообще на эту тему, а то и увидит такой потом окрас в вашем лице, что, может быть, и не захочется дальше, и бояться с вами будет встречаться впоследствии. Поэтому сумейте и в этом случае добиться от него правдивой подсказки для себя, не слишком или что-то. В данном случае вперед себя поторопились поставить. А вот это вот как бы слишком я вперед себя или это нормальная подсказка, это по ощущениям или как? Ты сама не ощутишь это. Или по какому моменту решишь? Вы все действуете по ощущениям всегда. Вы всегда поступаете так, как чувствуете. Вас подталкивают эмоции, вы им следуете. Поэтому если вы делаете ошибки многочисленные, а вы их делаете почти постоянно, что означает ваше личное ощущение? Что не право. Вы делаете то, чему вы соответствуете. И многие действия, которые вы делаете, вы искренне считаете правильными. Вы чувствуете как бы так, что они правильные. Любой ваш шаг, который вы делаете, если вас спросите, а почему вы сделали, вы скажете, я почувствовал, вот так лучше сделать. Но ведь многие ошибки на этом были тоже основаны. Где впоследствии потом видели, оказывается, надо было как-то по-другому сделать. Но ведь вы чувствовали, что именно так в тот момент надо было сделать. Поэтому личное ощущение не может дать полноценную возможность оценить правильность в своих поступках. Вот почему я говорю, мучитесь друг у друга. Чаще спрашивайте ближних, не смутило ли их ваше действие. И попросите так, чтобы он разоткровенничался с вами, чтобы он действительно был с вами честен и не побоялся дать вам в свою очередь уже какую-то подсказку. Ведь скромный человек, он смущается, торопится давать подсказки, но убедите его дать ее. Сумеете? Хорошо, значит, сделали правильно действие. То есть это нормально, когда вы друг у друга вот так все узнаете. Но будет ненормальным и опасно, когда вы торопитесь дать подсказки. Вот тут надо быть очень осторожными. Когда вас несет, и очень хочется ближнему что-то наговорить. Как правильно себя вести. Это неправильно было. У меня вот в голове до этого сложилось, что когда вот как мне хочется подсказать, как правильно вести именно себя, то это как бы вообще не надо без вопроса делать. А если я вижу какую-то творческую его, что он что-то там в творчестве. Ты можешь сказать, может быть, вот так попробовать. Можно сказать, как предложение в виде вопроса. А можно сказать, ты сделай вот так. И два разных подхода уже будет к решению простой проблемы. Когда вы предлагаете в вопросительной форме, предполагается, что вы тоже, может быть, не совсем все знаете. И как бы вместе рассуждаете с человеком. А может быть, так сделать? Предлагаете ему рассуждение. Это гораздо мягче и интересней, чем когда вы сразу утвердительно говорите, как лучше сделать. А можно еще уточнить в этой же теме, только немножко другой оттенок. Там... Просто вот, например, человек расстроенный, я спрашиваю у него, как дела?
И он начинает мне просто рассказывать свою ситуацию, ну, что он там то-то, то-то у него было. Но он не спрашивает меня, как мне правильно поступить. Именно вот такого вопроса не задает. И я ему начинаю просто там подсказывать. Ну, ты не расстраивайся там. Ну, помогая оправдать ситуацию. Помогаю оправдывать. Говорю, ну смотри, это же вот это он не мог так сделать. Ну, начинаю оправдывать в ответ. Когда оправдывать начинаешь, это хорошо, нормально. Такую возможность проявить возможно. Но будь опять же внимательным. Бывает человек... откровенничать не для того, чтобы услышать чье-то оправдание. Для него бывает важно просто излить тяжесть, которой он наполнен. Может ему быть... надо дать ее просто излить. Он сам потом задумается на эту тему, но ему просто не мешает данную минуту вот этот груз эмоциональный, который у него накопился. Поэтому поторопиться оправдать в этом случае кого-то, кто как будто бы стал виновником в его горестях, это может еще спровоцировать... еще большую неприятность, потому что он и тебя начнет заподозрить, что ты на стороне того виновника стоишь. Ему тогда вообще как будто бы не с кем поделиться, получается, и у него провал пойдет серьезный, эмоциональный. Поэтому не всегда можно прибегать даже к этой ситуации, к этому обстоятельству, вот, оправдания. А если его, например, переспросить, хочешь, давай, может быть, подумаем вместе, как эту ситуацию решить, или как это оправдать? Может быть, это не обязательно переспрашивать. Если он желает решить, пусть задаст вопрос. Ну, просто... А ты предлагаешь, может быть, это он так сделал, а может быть, это он так поступил, поэтому. Ты тоже не утверждаешь, но даешь ему возможность подумать. Что может быть так, а может действительно не совсем так, как он в свою очередь переживает, а все по-другому было. А если я, например, даю такую подсказку, говорю, ну смотри, ты сейчас вот переживаешь, у тебя потом сердце болеть будет. Это уже поучение или нет? Вот такая фраза. Вот такая подсказка, это или как это не поучение, но оно пустое. Ну, как бы здоровье оно будет как будто бы предполагает по логике, что человек как скажет тебе ответ, да, сердце? Ах ты, все, я больше не переживаю. Как будто бы такой он должен дать ответ, да? То есть просто оправдывать только, не давать всякие такие, да, это. Когда вас начинает погружать в эмоции, вам такие вещи подсказывать бессмысленно. Вы прете туда со всеми возможностями, которые у вас есть, и сами еще воображением накручиваете себе всевозможные неприятности, только чтобы больше пострадать. Ну просто, человек, когда вот он, например, просто изливает мне, например, свою тяжесть, ну какую-то проблему, я как будто его просто слушаю, но он же говорит о негативном другом человеке. Я начинаю такое ощущение ощущать, что как мы будто... же поговорили на эту тему. Ты то говоришь, можно. Может быть, он вот так сделал. А, ну да, ты говорил еще, что можно просто послушать, что иногда или даже оправдание да, будет... погладь, прижми, прояви заботу, ничего не говоря. Даже если он на третьем лице говорит, да, так тоже можно, правильно? Ну да, говорит, вот в зависимости от ситуации. Не выискивай сейчас какое-то одно правило на все похожие ситуации. Они все разные. В каком-то случае следует поддержать, вот так послушать. Угу. В каком-то случае уже можно сказать строго прекрати, в этом я участвовать не буду. А, то есть это недостойно. Ситуации. Все может быть. Угу. То есть и так, и так. Человеку, если нравится все время мусолить, регулярно кого-то осуждать и с тобой судачить на тему того, как плохие другие люди поступают, ты в этом можешь уже потом однажды прекратить участвовать. Сказать, я в этом не могу участвовать. То есть если это регулярно, да, а если вон как разово, то это можно поддержать, правильно я поняла? Ну как бы не поддержать, а успокоить. Напирайся мудрости. Прости. Спасибо. Это можно надо жить, прислушиваться, пробовать. Ориентиры нужны, я уже сказал. Спасибо. Но подсказку подетальную тут сложно дать. Всегда будет разная ситуация. Можно направленность показать, но бессмысленно будет рассказывать каждую деталь. Все, что произошло, не повторится. Оно повторится с другими деталями.
И тебе надо суметь соображать, как в этом случае при наличии вот этих новых деталей все-таки поступить правильно. Спасибо.